Доброго вам времени суток. Сегодня у нас 25 марта 2023 года. Мы с вами находимся в окрестностях Покровки. Ну и здесь мое внимание привлек вот такой вот москвич. Как, видимо, арт-объект. Или кто-то его так за долгое пребывание на стоянке разукрасил. Так, конечно, подвандалили его. Крышу помяли. Да, это Ижевский с решеткой от 40-го москвича ЗЛК. Да, двери тоже, получается, ЗЛК. Салон. Да, и эта панель приборов тоже там стоит от 40-го москвича. Сам он, конечно, уже изрядно потрепанный, судя по крыше грузового отсека. Вот такая вот Москва. Спасибо вам большое за просмотр и до новых встреч. И буквально за углом стоит еще подобный арт-объект на базе, если я не ошибаюсь, Форда Транзит. Тут уже без номерных знаков, тоже битый, обвандаленный. На транзитах он. Транзит на транзитах. Ну что ж, направимся дальше уже в сторону Садового кольца.